Дуся, 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 Дуся. Дуся. А вот она. Вот она, главная героиня моей жизни. Кс-кс-кс-кс. Моя сожительница. А? Ты тоже хочешь кофе? Ну, давай, присоединяйся. Кс. Дульсинея. Итак, друзья мои, наступает новый день, начинается новый день, и он, как известно, суббота. И у меня сегодня рабочая суббота, а следовательно, весь день я буду рассказывать вам про свою работу, то есть про английский. Да, весь день про английский. Крепитесь, вы обречены. Прекрасный завтрак у меня. Сегодня на террасе. Нет, это не мороженое. Это творог домашний. Великолепный, обезжиренный домашний творог. Кофе. Творог. Суббота. Работа. Все закономерно. Весна. Все зацветает. Все цветет и пахнет. Я очень люблю этот край. Я очень люблю весну на юге. Не Лондон, конечно, не Лондон. Но местный колорит ничем не хуже, уверяю вас. Ничем. Кошки, коты, клумбы, цветы. Я же вам рассказывала, что я еще и поэт. Разговариваю рифмой. А. Да. Итак, о чем это я? Суббота. Работа. Английский. Сегодня целый день я буду призывать вас вступать в ряды, любя вступать в мои ряды, вступать в ряды моих учеников. Да. Вступать в ряды моих учеников. Совершенно верно. Для тех, кто еще не в курсе, я преподаватель английского языка. Прекрасный преподаватель, замечу я вам. Который способен научить вас говорить на английском легко, быстро и недорого. В чем вы можете убедиться лично на моих пробных уроках. Которые начинаются в Санкт-Петербурге с 8 апреля. Всего каких-то... Сегодня у нас 18-е. Всего каких-то 20 дней осталось. И будет вам счастье. На пробном уроке английского языка вы будете говорить на английском языке весь урок, даже если вы никогда на нем не говорили. Это я вам обещаю. Причем не просто говорить, а понимать то, что вы говорите. Да, вот такая уникальная методика. Поэтому welcome. Welcome, welcome. Ну и для тех, кто не проживает в Санкт-Петербурге, они, конечно же, тоже могут вступить в наши ряды любителей английского. Но об этом мы должны с ними договариваться дополнительно. Нужно просто писать мне в личку. Да, а те, кто желает посетить пробные уроки, должны написать мне в личные сообщения о своем жгучем желании и получить дополнительную информацию. Чудесный завтрак, чудесный. Меня иногда спрашивают, неужели ты такая веселая всегда и везде? О, ребята, всегда и везде. Это у меня... От природы. А как можно не веселиться и не радоваться жизни, когда она так прекрасна? Прекрасный завтрак, чудесная кошка. Кс-кс, Дульсинея, иди попозируй. Иди сюда. Не хочет. Не хочет. Здесь друзья ходят ее. Она занята ими. Я занята вами, а Дульсинея занята своими друзьями, кошачьими. Ну все, мой завтрак окончен. Всем хорошей субботы, прекрасного настроения и welcome
for my free lesson in St. Petersburg. Ну и немножечко покажу вам свой ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн. Да, моя проба пера, моя клумбочка. Сейчас покажу. Такая красота. И там есть еще прудик. Да.